Мой друг вернулся в сеть. Точнее, вернулся онлайн. Камешки надо собрать. Без угля и без угля. Так, себя уберу, на себя не смотреть. Я могу со своего экрана убирать свое изображение, но время. Но убирать из записи изображение камеры не могу во время, когда уже стартовал запись. Так, починить надо. Починить что-то надо. Так. Не хочет атаковать гнездо. Ладно, посмотрим, они будут нас атаковать. Добавлю две пушки. Нет. Три. Пушки добавлю, патроны туда забабахаю. А, столько, вот столько. Так. Угу, ну-ну. Я пытаюсь... Ну, уже... Не получится ничего, чтобы попытаться. А, логистику. Ну давай логистику. Пусть будет логистика. Ау. Твоя. Так, введу новшество, может он не знает, как это делается. Я покажу ему. Заберу железо. Так. Ту-ту. А, инвертер. Вот так вот поставлю. Научу Стива. Вот так вот. Хочет базу построить. Хочет периметр построить. Забор, что ли? Забор, что ли, хочешь построить? Периметр. Базу защитить. Ага, ага, не успеешь. Окей. Окей. Я починю, ладно. Не извиняйся. Сломал ружьем. Что надо? А, машину хочет. Я слышу борьбу. А, какой кошмар! У меня патронов нету.
У меня патронов нету, я починить могу. Ага, въехал, въехал. Что надо делать? Так, я сделаю патрончики. Сотку. Чё, потеряли пушку, что ли? Пушку потеряли. Патронов нету, пушки нету. Дорого там, 100 бутылок, по-моему, стоит. Усиление урона. А, ну вот так и делать. Так, патроны нужны, металла не хватает, железа не хватает. Так, я сделаю еще. Так, короче, уголь. Патроны у меня пока есть, пока немножко. А, патроны. Так. Я делаю майнер, короче, угольная. Уголь хватает? О, уголь есть. О! Ага. Пипец. Он говорит, не надо, не надо. Все, патроны закончились. Там. Здесь они сломали 4 пушки мне. А в этих пушках патроны закончились. Полезно строить защиту, они все будут ломать. Стены. Окей, ладно. Не буду спорить. Бесполезно спорить. Он тоже, в общем-то, знает, что делать надо. Он профессионал. Говорит, нет ресурсов. Ну ладно. Ладно, потеряли пушки, зато хоть майнеры остались. Так, еще. Поставлю 2 майнера на уголь. Расширяться. Он пока будет стены делать, я буду делать железо производить. Энергии не хватает. 10 радаров же энергию потребляют много. О, полный инвентарь. Что там произошло внизу на юге, я посмотрю. Там Стив сейчас тусит. Неужели закончился уголь? Я ему напишу. Что он творит-то? Не понимаю.
Чё? Все потеряли, мы все потеряли. Радары наши, крандец нашим радаром. Всему конец. Все радары потеряли. Че, они успели открыть? О! 3 миллиона железа. А, ладно, маркировку удаляю, она бессмысленна. Ой. Так. Окей. Так, я займусь энергией. А, нет. Он согласился со мной. Окей. Вот так. Кей-кей. А. Кей-кей. Так, дефенс. Да, защиту не бессмысленно будет делать, если гнезда будут размножаться. Видимо, он не понимает механизма, как размножаются жуки противные. Так, еще. Так, нужен инзертер. Нужен. Бойлер есть, трубы есть. Ну, две паровых. Два двигателя. Или три. Сколько сейчас? Три? Ну, надо еще одну машинку поставить. Кошмар. Так. Ладно, поставлю еще три вот здесь. Три паровых машины. Будем их оббегать. Вот. Теперь труба. Где у меня трубы? Тук. Вот так вот. Потом вот. А, ну тут уже так можно. Так. Пар пошел. А, здесь вода тут. Труба тоже нужна. О, пошел пар. Пошел пар. Так, это сделаем. Так. Два инзертера. У меня еще инвентарь есть. Так, я поставлю еще, пожалуй. О! Все, я в два раза обеспечил. То есть сейчас у нас профицит двойной энергии. Но он радар, у нас радаров нет. Так, я еще поставлю. Два бойлера. Так, все, железо забираю. Патроны пока мне не нужны. Пусть он там защитой парится. Что у нас с медью-то? Меди нам, видимо, не нужна. Мы ее не защищаем. Не защищаем. Угля здесь нету. Ну, я добавлю угля, ладно. Так, раз, два, три, четыре. Так, еще два бойлера. И шесть. Чё сломалось? Конец нам. Ну, нам конец. Бессмысленно защищать.
Как он не понимает, что мы так не защитим? Жуки размножаются очень сильно. Толпа какая? Ой, какая толпа-то. Патронов нету. Защищаться. Какая толпа. Чё, пауза, чё паузу поставил? Нам кранты на этой карте. Нам конец. Так, я отвлекся, построил бойлеры. Паровые машины я еще турбины не построил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На каждый бойлер три паровых машины. Так, патроны я добавлю сюда. Так, сколько патронов? И все. Ага. Сколько? 5 стен. О, у меня есть 5 стен. Замечательно. Они будут размножаться, эти жуки, и нападать все больше, больше, сильнее, сильнее. Мы так не защитимся. Ну, поставил я так стену. Жуки будут нападать на эти пушки, конечно. Так, что у меня тут сломано? Столбик сломан, конвейер сломан. Так, что тут у меня за проблема? Майнер сломали. Майнер сломали. Пока я здесь загружу печки. Больше стен. Оу! Пипец. Трандесно. Меня убивают. Меня убивают. Эти сволочи меня убивают. Help, help, меня убьют сейчас. Меня сейчас убьют. Нет. Нужно выносить гнезда, у нас другого пути нет. Средний битер силен для меня. Брони нет, ничего нету. Все похерил. Где мой труп? Корпс. Where is my corpse? Где-то тут был. Где-то здесь мой корпс, мой трупак. Я тут убегал от них, убегал. Ничего нету. Не любишь проигрывать? Чё там? Чё мы потеряли? Какие у нас потери?
Ну, пушки остались. Ага, за стенами-то. А, стены, вот они. Он продлил стены. Патроны. Ага, патроны есть. Че же я растерялся? Надо было мне бежать так к этим пушкам. Я забыл, что они там стоят. Вот, вот, тупые жуки. Я все потерял. Все, что у нас было нажито. Так, трупак свой не могу найти. Труп мой. Где он был у меня? Я убегал, убегал куда-то. Ага, он подобрал, видимо. Там и паровые машинки были. А, о! Он не красненький, он еле заметно. Трупак, вот он. Скриншот. Вот, все, у меня появилось обратно. Как хорошо, хоть можно трубак подобрать. Фух. Что у меня есть, что у меня есть, ничего нет. Так. Итак, два бойлера есть и паровые машинки. Трубы надо сделать. Так, еще подземных немножко. И труб. Так, бойлеры ставлю. Так, и паровые машинки. Тебя здесь будет не должно. Давай. Оп. Так, первый. Второй. Третий. И здесь где-нибудь. Раз. Давай. Ты. Так, соединю. Вот так вот. Ну, где труб-то? Мне нужны трубы теперь. Загрязнение есть от них? От паровых машин? Нет, не видно. Паровые машины не загрязняют воздух. Как замечательно. Так. Эти я соединил. Вот так вот. Вот так вот. Теперь. Так. Теперь. Так. 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 Теперь два сундука. Углем будет. Первый, второй сундук. Дезертиры. И угля. Ну вот. Это есть. А вот трубы. Печка пригодится. Дезертира два есть. Трубы. Трубы есть. Так, электричество у нас профицит. Так, я сделаю еще. Пусть будет 10 майнеров. Патронов нет, зато майнеры есть. Чем защищать? Ага, стен нету. Все надо починить, защитить.
Так, это я починю тоже все. Патрончиков добавлю сюда. Так, сундук есть у меня? Сундуков нету. Сделаю. Хоть спитеров пока нет, хорошо. Так, добавлю сюда 4 стены. Маленькая хитрость. Вот так вот. Им будет сложнее нападать. Так, майнеров 10 готово. О, тут тоже есть уголь. И тут тоже есть уголь. Я его добуду. Так. Так. Так, так. Так, соберу уголь. Где еще надо собрать? Тут надо собрать еще. Так. Полный инвентарь. О! Теперь у нас много угля. Я теперь доволен. Оу! Оу, оу, оу! Напали, напали, сволочи. Оу! А я буду чинить. Я буду все чинить. Хорошая точка. Good spot. Наверное, хорошая точка. Не знаю, как это перевести. Слово спот. А, у меня угля полно. Надо бежать, уголь выгрузить. Так, угля, сейчас наполню углем сундучки, с этим будет уже легче. Теперь железо, так, это фабрика потом. Ага. Щелочку для них оставить хочет. Окей. Так, что это у нас? А-а-а! У меня нет ничего. Все ломать надо, все ломать. Я все снесу. Чтобы они не сломали, я все сломаю. Чтобы мы не потеряли ресурсы. О-о, теперь убегать. А теперь бегаем. Сволочи. Скорее железо спасай, спасай железо наше. Меня сейчас убьют. Что я останусь тут лечиться? Я остался на лечение. Ага. Все потеряли. Все потеряли. Сложная игра. Так.
Так. Я вообще в шоке. Я очень расстроен. Оу. Ага. Срочно надо железо. Много. Сундук я починю. Сундук. А. Сюда спрячу. Сундук спрячу. Все ценное. Где-нибудь здесь. Еще в сундук. Вот в этот я положу чуть-чуть. Уголь, камни, вот это мне не надо. Так, вот это можно починить. Починил. Я вообще в шоке. А, здесь он защитил. Хорошо, камни защитил от нападения. Я его зову посмотреть и созерцать. Так. Ага. Давай, давай. Окей. Сначала защитить камни, потом восстановить железную добычу железа. Ну давай. Я начинаю восстанавливать железную добычу железа. Полно теперь. Так вот. Так, электричество у меня тоже заканчивается. Ой, про что я говорю? Провода. Провода заканчиваются. Ага. Так. Ту-ту-ту. Теперь печки надо поставить. Эту я починю сейчас. Угля полно. Уголь, сейчас я... Что-то снесли. А, стену. Это страшно. Так, чиню. Чиню эту ерунду. Чё он говорит? Окей, окей. Ладно, ладно. Все будет сейчас. Не нервничай. Сейчас, мне нужны печки. Печки, печки. Печки, печки. 27. Пусть будет 27. Сейчас я их сделаю. Ага. Так. А?
А теперь будет у нас железо полно. Куча железа сейчас у нас появится. Только мужики не успели прибежать. А они прибегут, чувствую. И все. Железо. Скорее патроны. Патроны. О! Патронов сейчас я сделаю много. Тут ничего. Тут. О, тут то, что мне надо. Уголь. Неправильно. Как это все неправильно? Так. 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 Так, угля полно. Железа у меня полно. Так, теперь я сделаю пушки, наверное. Вот, 5 пушек. Патронов еще. Сейчас соберу еще железо. Сейчас 4 пушки поставлю. Да где они? Чё, поставил фабрику с патронами? Ну давай, давай, поставь. А-а-а. Окей, окей, окей. Да я сделаю себе патроны, говорит. Патроны забирай, говорит. Так, пушки. Пушки готовы? Сейчас будут готовы пушки. На макушке. Печки. Бойлеры могу сделать. Из камня они делаются. Ну как здорово. Так, сейчас я ему струсу дам. А, я еще не сделал эту фигню. Починить все. Я все ремонтирую. Я ремонтирую стены. Какой кошмар. А-а-а, я забыл сделать автомат. Пулемет забыл себе сделать. Так, могу я сделать сейчас себе автомат? Да. Этот той мне уже не нужен. А-а-а. Сдохни, гад. Сдохни, гад. А-а-а, убегаю к пушкам. К пушкам убегаю. Опа. Кошмар какой. Я сейчас сдохну. И он тоже. Все. Ремонтировать, ремонтировать. Забываю ремонтировать. Ага, он уходит. Окей. Ага. Он уходит. Продолжим потом. Окей. Окей. Ага! Ты чё?
Фу. Что? Что ты мне хочешь показать? А, печки-то есть. И уголь есть. И железная руда есть. Ой, так, давай. Я без тебя не играю. Говорит я. А. Давай, давай. Вернись через 20 минут, я сохраню здесь. Все. Останавливаю запись.